Ленинград. От причала Адмиралтейского объединения уходит в первый рейс уникальная рыбоперерабатывающая база 50-летия СССР. Это корабль-завод. За сутки база способна переработать 800 тонн рыбы. Здесь размещены производственные цехи, морозильная и холодильная установки, электростанция. Ходовые испытания показали надежную работу главного дизеля и механизмов, всей корабельной аппаратуры. Вдоль берегов Европы и Африки, через моря и океаны лежит первый дальний путь базы, в порт приписки Владивосток.